Всем привет, дорогие зрители! Нашел очень хороший вариант, 2 плюс 1, недалеко от моря, 350 метров, в новом проекте, который был сдан в 2018 году. Быстренько отсниму инфраструктуру, которая здесь присутствует. Район Махмутлар. Здесь вот такой просторный ухоженный сад. Присутствует открытый бассейн. На нижнем этаже проекта есть фитнес, сауна. И еще теннисный стол. Вот здесь такой бассейн открытый. Шезлонги. Также есть зонтики. Присутствует также открытая парковка. Вот такая открытая парковка. Здесь беседка и зона барбекю. В той стороне у нас. Есть парковочные места для велосипедов, мотоциклов. Присутствует один лифт. Вот такой лифт. Спустимся на нижний этаж. Спустились на нижний этаж. Здесь такой фитнес. Есть теннисный стол. И у нас здесь есть сауна, которая функционирует. Айдат здесь 200 лир. Такая сауна. Я ее включил. Греется. Включим. Сейчас поднимемся в квартиру. Вот такая вот площадка лестничная. На этаже у нас 3 квартиры. И вот наша квартира. Здесь темно, надо включить свет. Хочу показать, что здесь у нас зеркало. И за зеркалом включается счетчик вот такой. Как интересно придумали хозяева квартиры. Так, здесь у нас такая прихожая. Встроены шкафы. Вот такая прихожая. Присутствует домофон. Ламинат уже установлен. Смотрим, насколько глубок. Вот такой глубокий шкаф. Стоит система комби. Так. Начнем мы с этой стороны. В этой квартире один санузел. Просторный. Такая душевая кабинка. Здесь у нас спальня. Это у нас фотообой. Так красиво все сделано. Встроенный платяной шкаф. Из этой спальни есть выход на балкон застекленный. Я выйду с другой комнаты. Вот здесь есть дверь. Здесь у нас дополнительная спальня, детская. Где-то здесь 9-10 квадратных метров. И шкаф. Также здесь есть выход на балкон. Самое главное, комната, гостиная, совмещенная с кухней. Вот такая у нас кухня. Столешница гранит. Духовка фирмы Бека, плитка Бека. Это какая-то другая фирма, вытяжка. Посудомойка Бека, стиральная машинка. Кажется, стоит у нас в санузле. Что-то не увидел. И вот такая у нас гостиная комната.
кондиционер фирмы Бека. Шумоизоляция хорошая. Вот балкон. Просторный, застекленный. Там у нас кладовка. И здесь у нас кладовка просторная. Вот такая кладовка. Внешний блок кондиционера установлен в этой комнате. Хочу подвести итог о этой квартире. Проект был сдан в 2018 году. 2+1 110 квадратных метров. Инфраструктуру вы уже увидели. Один санузел, один балкон, две спальни и одна кухня-гостиная. Также просторная прихожая. Цена этой квартиры 72 500 евро. Айда 200 лир. До моря расстояние 350 метров максимум, до воды. Рядом присутствует вся инфраструктура для жизни. Если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Также есть у нас канал Telegram, который называется Hot Alanya. Там более-менее свежие варианты и горячие продажи. Подписывайтесь. С вами была Гаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.